Канал «Полезные советы» и Алла Разводовская представляет вашему вниманию утиные ножки с яблоками. Добрый день, уважаемые зрители! Мы сегодня будем готовить ножки, утиные ножки с яблоками. Значит, на сковородке с антипригарным покрытием фирмы компании Amway, бренд Айку. Почему в ней? Потому что мы будем готовить без дополнительного жира. Мало того, тот жир из утиных ножек, который натопится, мы его уберем. Вот, и будем готовить практически на сухой сковородке. Значит, здесь покрытие антипригарное. Вот, она 24 в диаметре по дну. Вот, дно из нержавейки. Вот к ней идет крышечка, вот такая вот ручечка, все, что черненькое в посуде, не нагревается, можно спокойно брать ручки безопасные. Ну, что еще могу сказать? Утку мы замариновали, соль, соевый соус, лимонный сок, немножечко там перчика, ну и сухого чесночка, я его люблю. И горчицу, обычную острую горчицу, чайную ложечку на весь этот маринадик. Все я мазала, вчера вечером я это сделала. И вот сегодня на обед мы будем готовить эти утиные ножки с яблочкой. Значит, сейчас мы их будем обжаривать в нашей сковородке с антипригарным устройством. Наша сковородка — это посуда Айку. Другой посуды у меня в доме нет, и я... В принципе, очень люблю этот бренд и считаю, что он заслуживает внимания. У каждой хозяйки должна быть посуда Айку. Поверьте мне, я знаю, что я говорю. Я этой посудой пользуюсь 10 лет. На кастрюльке дает гарантию компания 50 лет, а на сковородке 10 лет. Поэтому эту посуду можно передать по наследству. Она очень долговечная, очень практичная, в ней удобно готовить, она не требует лишнего к ней внимания. Все туда загрузили, закрыли крышкой, поставили себе на плиту, и она вам все сделает, потому что Айку в переводе — «я повар». Итак, мы начинаем, уважаемые наши зрители. Значит, мы в сковородку выкладываем утиные ножки, отличные у ножки. Она чуть-чуть согрелась, чуть-чуть, потому что ее перекалять тоже нельзя. Мы все делаем на не очень большом огне. И выкладываем мы их шкуркой наверх. Сейчас я вот это вот полью. Вот. Отлично. И наша уточка, наши ножки должны обжариться. Вот. Ну, потом мы туда добавим яблоки, добавим смесь трав, добавим тмин, немножко добавим перчика разный. Вот видите, он такой вот белый, красный, и черный. И зальем это все. Эксцессом тропик. Ну, какой есть, такой и есть. Вот, эксцесс тропик. Она будет такая кисло-сладкая, потому что он не очень сладкий, но, в принципе, усилит вкус яблок. Итак, мы продолжаем готовить нашу утку. Наши ножки уже немножко подрумянились. Теперь мы туда добавляем яблочки. Слили мы, вот столько у нас получилось жира, мы с ней слили с утки. И в какую-то свободную емкость. Для чего? Чтобы потом поливать, если надо будет полить, можно немножко жирком, яблочки и уточку. Но это по желанию. Можно уже больше жир не добавлять, потому что мы сейчас это все заливаем. Вот яблочки мы так сверху на ножки все насыпали. Потом мы это все
посыпаем французские травы и плюс тмин. Потом мы туда добавляем немножко имбиря. У меня был перекрученный, но я, наверное, не так сделаю. Я его разведу обычной газированной водой. И вот так вот, чтобы вот, ну, чтобы он был жидкий, чтобы не кусочками. Равномерненько поливаем этим перемолотым имбирем. Потом мы туда добавляем немножко эксцесса, чтобы увеличить вкус и сладость яблок. Вот. И еще присыпем перчиком разными в мельничке. У меня здесь такой вот микс из перцев. Жидкости у нас немножко. Все, закрываем крышечкой и готовим час-полтора. Пробовать, чтобы ножки были мягкие. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте, пожалуйста, лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал Людмила Морозова. И до новых встреч, и до новых просмотров. Посуда iCook. Просто купи.